Центральная библиотека Мирного предоставляет читателям новую услугу – бесплатного и, главное, законного скачивания книжных новинок с популярного сайта Литрес. Познакомиться с процессом, оценить его и узнать статистику решила Тамара Бессмертная. Современные библиотеки выходят на новый уровень работы. Раньше здесь можно было только ознакомиться с бумажными вариантами книг. Но сейчас они предоставляют новую услугу – бесплатного скачивания электронных книг. В чем мы сейчас и будем разбираться. Здравствуйте. Сейчас я возьму вашу фамилию, имя и отчество, а также вашу дату рождения для того, чтобы потом зарегистрировать вас на нашем сайте. Потому что библиотекарь вручную обрабатывает все запросы. А вам я выдам ваш уникальный логин и пароль, который вы введете и сможете выбирать любые книжки, которые захотите. Идем разбираться, как происходит процесс регистрации, выбора и покупки книги. Это если вы пока сами не зарегистрированы на сайте. Вводим Литрес, заходим, и вы должны ввести свой логин и пароль. Несколько секунд работы на клавиатуре, и здравствуй, мир книжных новинок. Для отдаленных регионов или городов, где нет современных книжных магазинов, услуга мечты. Читать можно с любого гаджета в любом месте, но сначала запрос. Я каждое утро начинаю с того, что я открываю страницу Литрес и вижу все запросы. Сколько у вас в день регистрируется или читает людей книг вот таким вот образом? В среднем, да? В среднем два человека. То есть не раскрученная пока услуга? Нет. Пока очереди нет, но когда она будет, библиотекарь может отказать в выдаче заказа. Книга доступна в течение 2 недель. Если вы не успели прочитать книжку, вы можете повторный запрос сделать. И эта книжка уже является, она входит в наш виртуальный фонд. Если кто-то из читателей вашу уже книжку, хоть аудиокнигу, хоть электронную книгу запросит, он будет бесплатно. Мы не будем повторно платить. То есть книги, конечно, платные, но платит за их скачивание не читатель, а библиотека. Уже более полугода на радио «Алмазный край» выходит рубрика «Книга недели», в которой рассказывается о книжных новинках. Скачать их тоже можно на сайте Литрес. И оказалось, скачивают. Спасибо библиотеке. А логин и пароль остается у вас на руках. Жаль, что нельзя сохранить книгу на флешку. Читать можно только с гаджета. Новая услуга призвана привлечь читателей в библиотеку. Тамара Бессмертная, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».